Всем привет! Ну, опять минутка появилась, как всегда. Догадайтесь, куда я еду на тренировку. И сегодня у меня опять сиськи! Я знаю, вам всем понравилось в прошлый раз, как я с веселой мордой рассказываю, как я еду тренировать сиськи и руки. Да, у меня так получается. Вот, так что сейчас опять переворачиваю камеру на дорогу, потому что не хочу получить тикет. Смотрите, какая красивая у нас сегодня погодка. Hey, 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 everyone! Hey from LA! I'm going to work out, and today is my chest day and arms. Всем привет еще раз, но надо было на английском поздороваться. Привет, привет, привет! Thank you so much! Yes, my favorite glasses. Going to work out, got my pre-workout BPI. A new one, if you have, oh yeah, you haven't tried that, because only BPI athlete tried it already. It's gonna be released on 26. Еду сейчас на тренировку, тренировка груди и рук сейчас будет. Выпила уже сегодня притренчик. Спасибо большое, пишите откуда. Yes, actually it was raining in the morning, and I was like, oh my gosh, again. And actually, I was about to go wash my car, but it didn't happen. Да, сегодня утром был дождь, как-то странненько, так быстренько прошел и все. И сейчас солнышко. Спасибо большое, Карина. Да, я знаю, в последнее время очень мало выхожу в прямой эфир, и реально просто сейчас. Привет, привет, большое спасибо, что присоединяетесь. Просто реально очень занятый график, и ну, когда могу выйти в прямой эфир, тогда могу. Вот сейчас еду на тренировочку, хоть чуть-чуть, думаю, с вами пообщаюсь. Hey guys, I speak mostly Russian, but yes, I speak English too, I live in LA. So, if you have any questions, Краснодар, пишите, откуда вы, буду передавать вам вашу страну, город, приветики. Пока еду. Вы пока смотрите на погодку. Марсель, вау, привет, Марсель. У меня сейчас продолжается подготовка. В эту субботу вот уже будет 6 недель. Киев, привет, родина. Да, в этот раз весну пропускаю. Обычно весной приезжаю проводить семинары. Но этот раз никак не получалось, опять же, потому что соревновательный сезон. Нижневартовск, привет, спасибо большое, привет. 6 недель до соревнования, после прошлого соревнования немножко дала себе отдохнуть. Ну, не то, что отдохнуть, в понятии многих отдых это не без тренировок, там, пожрать чего-нибудь там вредненького. Нет, для меня отдых это было снижение некоторой активности, то есть, если до этого было там двухчасовое кардио в день, то, допустим, я снизила 45 и 45. То есть все равно дважды в день кардио, но 45 и 45. По питанию также немножко дала fatted myself back, как говорят. То есть немножко себя откормила, но опять же за счет только полезных продуктов, той же арахисовой пасты. На первой неделе там были яблоки, потом это тоже убралось. То есть немножко больше батата. Вот, и все. В принципе, обратно на то же питание, это уже не напрягает, к этому уже привыкла, все так же. В принципе, по тренировкам, как я сказала, дважды в день кардио, то есть обычно стараюсь делать, чтобы одно было утром до завтрака, если нету ранних клиентов, делаю Нижний Новгород, привет. Вот, если утром не сделала, то делаю днем и одно вечером. То есть есть беговая дома вечером, поэтому отмазки не может быть, хочу я тренироваться или нет, в зал пойду, не пойду, все равно дома кардио делаю. Вот, и посмотрим, то есть, да, нужно, работаем ноги, продолжаю работать, на, как я и говорила, на своих недостающих, так сказать, частях тела. Это ноги ягодичные. Май гаш, ребят, я вчера реально ползала. Мы сделали сизовым ноги. Май гаш, когда это было? Так, сегодня у нас четверг. Мы сделали в понедельник. И я сегодня еще так чуть-чуть чувствую, но более-менее уже отошли. То есть, опять же, мне чем нравится с ним работать. И, опять же, никаких там громадных весов.
Никакое там сумасшедшие какие-то супер упражнения. Это просто работа на технику. Он постоянно чем-то шокирует меня, что больше задержка, то меньше повторений, но медленнее. И это реально просто рвет мышцы. То есть очень классное ощущение. Сейчас два раза в неделю, ну как и в принципе и было, ноги дважды в неделю будем делать. Одна большая концентрация на заднюю поверхность бедра, другая на квадрицепс. Вчера съездила к моему, если видели, оставила своему мануальщику. Он, если видели, оставил на фотографиях с моего соревнования. Дело в том, что после аварии, в автомобильной аварии в 2015 или 16, в конце 2015, кажется, или 16, у меня квадрицепс, он просто вот на левой ноге, видно на фотографии, он просто даже трудно включить его. То есть ты его тренируешь, вроде бы я его чувствую, но на фотографиях при позировании видела, он его трудно вытащить. То есть получается, что только на одной ноге у меня хорошо прорисовывается мышца, а на другой вообще нет. Вот, пошла к нему вчера, сходила, то есть, ну, что ты удивляешься, он реально, он не только кайропрактор, то есть, он не только там ставит суставы на место, а у него диплом кинезиологии, то есть, он работает именно с мышцами, он работает с атлетами, и есть такое понятие, не включается мышца, то есть, not firing up, то есть, она не работает из-за травмы или из-за растяжки, в общем, она просто как бы отключилась. Вот, и он говорит, что ты удивляешься, если у тебя из четырех мышц квадрицепса только была одна рабочая, все три не работали, не включались. Вот, то есть все нормально, поставил, но вот сейчас будем работать. Опять же, если видели, тоже ставила видео, даже прикольно делаю немножко позирование с моим другом-бодибилдером. Вот, позирование по бодибилдингу. И позирование продолжаю работать, именно работать на статику, дольше задержки, потому что, опять же, это я прочувствовала на соревновании, когда стоишь на сцене, из-за того, что все-таки практики, год не выступала, уже как бы тело и мышцы забыли об этих ощущениях, когда тебе нужно держать позу и держать все напряжение на сцене, блин, по 20 минут, когда ты стоишь, все эти 35 девочек пройдут все свои рутинс. Вот, поэтому сейчас отрабатываю еще вот это. Так что сейчас еду делать, вот сейчас приезжаю, это большой такой комплекс, плаза здесь, еще и магазины, и кинотеатр, и тренажерный зал. Вот, сейчас сюда приехала, пойду на тренировочку, утром сделала уже кардио одно на пустой желудок, и сейчас сделаю грудь, руки и второе кардио, чтобы уже потом дальше у меня уже по графику другое занятие и работа, поэтому буду дальше работать. Фак! Ну, пока сейчас еще есть минутка, можно пообщаться, наверное. Так, какие у вас тут вопросики? У тебя уже было кардио? Да, я как сказала, тоже ответил на кардио. Так, давайте, что вы еще писали? How long are you in LA? I live here. Hopefully I'm not gonna go anywhere anytime soon. I travel a lot, but I'm done with traveling for some time. Привет, 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 всем-всем привет, привет, привет. После силовой сразу делаешь кардио? Да. Ну, не всегда. Если получается, что я сделала кардио утром, и у меня, я потом буду делать вторую кардио вечером, то есть я могу сделать его вечером. То есть если так получается, ну, просто есть возможность, то я делаю кардио сразу, да, после силовой. В зависимости, опять же, если ноги делаю, то я стараюсь после ног сразу кардио не делать. Все-таки дать им отдохнуть. То, что я хотела вам уже рассказывать, показывать, это новый притреник. Вот это One More Rep. То, что у них был, это новая формула сделана от BPI. Реально классная, ощущения классные. Немножко больше, он сильнее. Кто раньше не чувствовал вот это One More Rep, это будет посильнее вам. Так что вы его почувствуете.
Привет. Йога делала, раньше даже инструктором была, но уже давно не занималась. Все себе обещаю пойти, но понимаете, когда у тебя 3 тренировки уже свои, которые ты обязана сделать для своей цели, то на четвертую иногда просто физически не хватает времени. Саш, вредны ли тренировки с суперсетами для сердца? Кто тебе такое сказал? Тем более, если цель похудения, то даже это очень даже полезно. Спасибо большое. Привет, привет, привет. Мы тебе соскучились. Кстати, хотим купить по максимуму продукцию BPI Online из Украины, белок Юан, но сейчас у них очень долго нет этого. Есть все. Они как раз вот на FIBA были, они общались с менеджером Дэвидом. Крем появился уже у белок Юа, который я вам показывала для похудения. Доставка, просто опять же, не всегда от них зависит, там, хотят они BPI продукцию или нет. Иногда просто именно доставка очень долго занимает. И опять же, это не проблема BPI, это проблема именно Украины, чтобы что-то туда ввести. Поэтому пишите, звоните им, они уже должны новиночки точно получить. Они даже, может, с FIBA что-то привезли новенькое. Луганская область, привет. Этой марки нам тут во Франции не удается его найти. Почему? Есть во Франции, можете зайти, можно купить на iHerb, на Amazon они продаются, на bodybuilding.com продаются. В Англии у них есть дистрибьюторы, может, с Англии можете заказать. BPI UK. Можете просто поиск ввести, BPI UK, и это их страничка, можете даже написать, что от меня услышали, вам могут даже дать скидочку. Вот, пожалуйста, моя клиентка подошла на FIBA в бус BPI и сказала, что она моя клиентка, и дали скидку еще, и дали бесплатные футболки. Привет, привет. Hey, Chris! Chris Cormier присоединился к нам. А, Саша, вы уже американка, ругаюсь на английском. Да, это у меня уже все. Это у меня уже влезло в разговор. От голодного кардио часто появляются проблемы с ЖКД. Ну, значит, не делайте. Сколько минут кардио после силовой по времени? Максимум 20-30 минут. Вы сейчас пьете кофе или нет, не пью? Не принимаю, даже, честно говоря, боюсь. Видели, я вчера даже в Starbucks захожу, кофе пахнет, мне очень его хочется. Я выхожу, от меня кофе пахнет, а кофе не могу пить. Обидно, ужасно, и я стараюсь даже обходить стороной кофейни, потому что реально очень хочется кофе, но нельзя. То есть даже боюсь, понимаете, настолько было плохо, что я боюсь его даже выпить, потому что не хочу даже экспериментировать. Крем нужно во время массажа, профессионально ли можно в домашних условиях? Не, его наносите перед кардиотренировкой. А кардиотренировкой вы почувствуете, больше потеете, или я иногда просто, даже если там забыла нанести его, я беру его, наношу сразу после душа, то есть поры открыты, наносите крем, и быстрее он будет впитываться, будет лучше, ну, опять же, более эффективный. Okay? А масло спрей какое лучше использовать? В принципе, если кокосовое есть, а сейчас уже такое, в разные виды его сделали, и есть и кокосовое, и льняное даже видела. Я обычно пропан спрей, ну, овощное, какое там овощное, кажется, считается. А, круто, спрей за резонатор, ответ. Будем искать. Для жарки, да, я понял, для жарки. То есть можете попробовать кокосовое масло. Оно есть с запахом, есть без запаха. Как я вам писала, видите, мой корсетик. Корсет у меня 4. Видели корсеты, которые на скрепках. Я его только сейчас сняла дома. То есть я их стараюсь только днем носить. Этот у меня типа тренировочный. Единственный, который, в принципе, да, я не люблю, который вот эти запахиваются. Я говорю, реально мне нравится этот Squeeze Me Skinny. Спасибо, Света. Но вот эти для тренировок использую, потому что, опять же, стыдно и обидно. Появилась, если вы читали, hernia, пупковая грыжа. То есть обидно было, потому что реально пресс у меня, поверьте мне, он сильный. То есть я никогда не страдала от слабого пресса, вот, но появилась. И, ну, к сожалению, сейчас я переверну, чтобы было удобнее. К сожалению, появилась, потому что, ну, я так подозреваю, так анализировала, когда появилась эта грыжа, когда начала делать больше там стойки на руках, и, может быть, опять же, какие-то новые упражнения из-за того, что начала делать, то есть появилось не очень приятное ощущение,
как я рассказывала, что операция стоит в Америке от 4000 долларов обычной пупковой грыжи. Поэтому за 4000 долларов я могу купить 5 билетов туда-обратно на Украину и сделать операцию. Поэтому сейчас буду ждать, пока сезон соревнований сделаю. Опять же, сейчас не делаю никакие там упражнения на нижний пресс, стараюсь никаких там стоечек не делать. Вот, а там уже посмотрим. Спасибо. Казахстан, ребят, опять же, можно везде купить DPI. Заказывайте iHerb, Amazon. Туда он тоже, кажется, доставляется. Поэтому пробуйте. В России есть, если можете, в России заказать фирма TSP. Они тоже были на выставке. Я ставила уже страничку вот так. Просто даже можете внести в поиск TSP. Спорт питания выскочит. Можете тоже написать, что от меня. Спасибо. Вам приятней комплименты принимать от мужчины или женщин? Честно говоря, приятно иногда от женщин, в том смысле, что как-то была аж в стоял в магазине, и black woman, ну, черная женщина, она все смотрит на меня и говорит: «Вау, у тебя такая попа!» Для меня, наверное, это был самый классный комплимент, потому что если это говорит черная, у которой генетически попы красивые, то для меня это был очень приятный комплимент. Вот, то есть, наверное, больше приятнее все-таки от женщин. Но в том смысле, что моих там, допустим, достижений. Спасибо. Какая сейчас у вас погода? Утром был дождь. Странно, так что-то так прошел, буквально 2 часа. Потом перестал, и сейчас солнышко. Но, опять же, я это вижу только по дороге из дома в зал, из зала домой. И все. Да, мне нравится, когда не очень жарко. Начнется лето, это будет жарище. Это, конечно, будет малоприятно. Минск, привет! Спасибо за ваши советы. Спасибо большое. Не знаю, БЖУ. Я не считаю. Я сказала, я говорю, что у меня есть порция. У меня есть приемы пищи. И все. На следующих соревнованиях у вас будет тот купальник, макияж, прическа, паутинка. Ну, купальник тот же. Прическа не знаю. Уже буду скрывать пока от вас. Может, что-то есть идеи. Но посмотрим, если получится их воплотить. А макияж тоже может быть другой, потому что, к сожалению, на всех соревнованиях, в зависимости, в какой, так сказать, части Америки находится, там уже нанимаю make-up artist. Поэтому там уже какое получится. Вот это называется Шерманокс галерея. Там, где я горела, находится зал. Вот. Поэтому, ну, позинг дорабатывать все равно надо, больше немножко уверенности. И самое обидное было, что я видео поставила на YouTube-канал, и вот на полуфиналах, или на pre-judging, то есть как называется у нас, обидно было, я вышла на сцену, и там маленькая дырочка на сцене, прямо на этой точке, где ты делаешь повороты, как бы ты должна стоять на центре сцены. Вот как я могла туда всунуть свой каблук? И поэтому я пошатнулась, и это уже немножко меня так сбило. Но опять же, как я говорю, девчонкам всегда советую, что даже если ты сбилась, ты не останавливаешься, ты делаешь это, как будто это часть твоей рутин. Вот, но немножко все-таки выбивает из колеи. Поэтому обидно было, я просматривала это видео, как бы было обидно, что все-таки, ну как можно было в эту дырочку малюсенькую на сцене все-таки всунуться этим каблуком. Вот, ну, будем стараться, чтобы в следующий раз не получилось так. Все, вот мой зал. Я пошла тренироваться. Какие источники жиров оставляешь? Так, сейчас, белок сколько грамм сейчас? Не знаю, мне дает план питания мой тренер. Какие источники жиров на подготовке? Авокадо, кокосовое масло, иногда орешки, иногда арахисовая паста. Ну, последние два трудно держать. Какие профессиональные планы на лето? Будут гонки героев или отпуск? Соревнования. У меня соревнования по бодифитнесу. Гонки героев.
пока не знаю, есть там одни, там получается, между моим соревнованием и моим днем рождения, вот у меня есть клиентка, очень хорошая девочка, Саша тоже, между прочим, зовут, и я ее мотивирую, чтобы она сделала, она сейчас на похудении, у нее хорошие результаты, и чисто для ее мотивации я ей посоветовал все-таки выбрать вот эту цель, а сделать там, ну там не гонка героев, называется Hot Mud Run, то есть я его делала прошлым летом, и я говорю, если хочешь, я даже с тобой сделаю, но это немножко легче, чем спартанские гонки, я говорю, так что если что, сделаем вдвоем, так что может быть сделаем. Спасибо большое. Все, ребят, я побежала. Я постараюсь. Дело в том, что, опять же, как говорила, сейчас очень мало времени остается. То есть, ну, три раза в день тренировки, и кроме того, все остальное еще нужно тоже успевать. Работы у меня тоже достаточно. Клиенты онлайн, персональные клиенты. Все, ребят, спасибо большое. До встречи.